Всем привет! Я сейчас опять собираюсь уложить мою бабулечку, которую прооперировали. Вот, что с собой взять, не забываю, стою на это, пенку для укладки. Расческу. У нее, в принципе, есть там и шампунь, и все дела. Поэтому много-то мне ничего брать и не надо. Я в прошлый раз понабирала дофига всего. А она говорит, а у меня это есть, у меня это есть. В общем, стою, вспоминаю. В общем, пошла я работать. Она рядом живет. И потом как раз домой пойдем. Я специально с ней так договорилась, чтобы прям перед закрытием, скажем так. Вот такие дела у меня. Пока по плану. Вот такие вот у нас окрошки-бараночки. Здесь кефир и газированная вода. Мужу вчера картошку варила, а он ее не доел. Буду доедать я. Ну, это смотрите, сколько здесь картошки. Это, наверное, одна маленькая картошка. Ну, не выбрасывать же. Я вообще не люблю выбрасывать еду, поэтому... Я так как сегодня говорю одна, я уже вчера об этом сообщила. Ну, нужно доедать. Пойду сейчас опять машинку поставлю. Сначала поем. Всем приятного аппетита. Лето, и пошло все нафиг. Я хочу лето. Ай, вроде бы там передают повышение температуры. Я уже все пересмотрела, все. Ну, в принципе, это не холодно, но и не жарко. Но оно и к лучшему. Убираться намного лучше. Что там такое? Вот, например, сейчас я вам покажу погоду. Погода, погода, погода. Вот, смотрите. Видите, кто не верит. 21 градус. Ну, это что, весна? Весна. 21, 21, 24. Вот там уже пошло 27, 28, 29. Видите, 20 июня. А пока вот, это вот 21 градус, это вот лето в Испании, да? Да нифига это не лето. У меня даже бабушка сегодня, клиентка, говорит, это не характерно для этого времени. Я говорю, в Россию, все едем в Россию загорать. Ладно, пойду чайку себе сделаю и машинку буду вывешивать, наверное, скорее всего. Я все-таки решила сходить в магазин мебельный, в этот, который я вам показывала позавчера, по-моему, да? Посмотреть. Так как мы ходим почти рядом, буквально, ну как рядом. Я хожу вот по той стороне, а сейчас вот по этой перешла. Здесь нет никакого моста. Моста. В общем, приходится вот там с самого начала идти. Здесь, конечно, тропы такие, пипец. Я не думала, что это все так запущено. И даже страшновато, потому что здесь могут быть крысы. А я... Ой, мамочки, очень их боюсь. Ой. Так что иду и трясусь. И еще у меня такой вопрос. Да, как же... В общем, короче... На первом выходе отсюда мы текаем.
И уходим. Нет, тропота здесь есть, кто-то ходит. Ой, мамочки, уже все. Бабочек боюсь уже. Ой. Не, ну вы посмотрите, куда меня занесло. Да как же я ж тут полезу-то? Ой. Ну вообще. Ну вообще. Вот так вот и идем. Чарли сзади плетется. Я его даже не спустила. Думала, а то вдруг мандыхнется вон туда. И как я его оттуда вылавливать буду? Блин, здесь как-нибудь, где-нибудь выход есть? Вот там ходим, на той стороне. Забрела. Ну, в общем, пойду. Ой, аж голова кружится. Посмотрю мебель под телевизор. А в понедельник тогда схожу в другой магазин. И тогда уже посмотрим. То ли в Икею поедем, то ли здесь где-то купим. Ну, загорелось мне, что поделать можно. Такие вот дела. В понедельник, в принципе, у меня есть кое-какие дела. Поэтому, раз уж хожу, то почему бы и не зайти, правильно? Правильно. Блин, выйти бы еще отсюда. И было бы зашибись. Да. Умный гору не пойдет, умный гору обойдет. Но это не про меня. Я в гору полезу. Я ее обходить не буду. Ой, блин. Че, я дура, что ли, тогда? Не, ну смотря какая гора. В общем, надо поразмыслить. А пока, ну, посмотрите, какие страсти. Здесь упадешь, и все. И пиши пропало. Главное еще, знаете, выйти бы отсюда. То что-то я раньше как-то не обращала внимания. Есть там выход где или нету? Ой. Чарли, ты там живой? Живой. Идет, прищурился, ему трава там по глазам, мне-то по ногам, а ему по глазам. Скажешь, куда ты меня ведешь? Да? Умениничику. Маму, ну что поделаешь, если тебе такая мама дура досталась. Ужас, ужас, куда меня попал? Куда я попала? Мама, не горюй. Ой, и потом, ладно, если выйду на связь, значит, дошла и выжила. Ой, блин. Вроде в какую-то цивилизацию вышли. Ну, блин, как отсюда выйти? Есть какие-то машины. О, видали? Собаки там бегают. Ну, тут через них можно было бы выйти. Но я все-таки надеюсь, что впереди какой-то выход есть. Надеюсь. Вот резкий поворот, и мотор ревет. У, выход. Та-дам! И прям буквально к этому магазину. Посмотрите. Ну что, дошла? Ой, мама, господи, страсть-то какая. Вы все там? Ой. А где пешеходный переход? Чего вы гавкаете? Не гавкаете, не надо гавкать. Не гавкать и нифига. Мне страшно. В общем, здесь такая зона, промзона. Во, пока в голову пришло. Здесь всякие машинные... Господи, это как их называть-то? Машинные... Ну, в общем, механики, все дела, магазины вот такие большие, строительные. Промзона, скажем так. И ни одного пешеходного перехода. Вот, резкий поворот. И... Ой, на дорогу нет. Мусорка вот тут. Сейчас перебежим быстренько. Вот так. Трака-т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 рака. Так, нам здесь не надо. Здесь все к бане, в душу, в душ, туалеты. Нам вот сюда. И сейчас посмотрим, что там есть. Ну, вот такие вот. Я хочу белый. Мне подходит белый. Ну, что-то белый. Так, один только. Опять чем он? $89. Ну, это совсем малюсенький.
что, все что ли? Такой вот магазин. Видите, диван. 219. Такой диван. Что-то совсем выбора нет. Да? А, вон там еще есть эти. Как типа стенки, что ли. Ух, блин, манда книжься. А вот, смотрите, вот этот высокий, блин, резервадо. Цвет такой классный. А, он еще и зеркало. А, нет, зеркало отдельно 59. 135. Нормально. Но его уже кто-то купил. Так. Что-то тут все резервадо, резервадо. Все занято. Все уже выкупили. Все выкупили. Вот этот черно-белый. Нет, это все не то. Можно, конечно, спросить. Может быть, привезут еще. Это большая стенка. Это чуть непонятно. Это чуть тоже непонятно. Там уже кухни пошли. Здесь и кухни даже продаются. Я даже не знала. Так я хожу. В магазинах. Вот так я хожу по магазинам. Так. Больше здесь ничего нету такого, видите. Чарли падает у меня. Сейчас я его покрепче возьму. Покрепче вот так возьму. Ну, вот такие вот эти столики прям совсем. Вон, 39 евро, смотрите. Копейка. Копейки стоят. Хочется что-нибудь цивильное. Но ничего не вижу. Тут, конечно, мне понравился он тут. Классный. Может, у нее спросить, еще привезут или что. Ну, сейчас спрошу, а что? В лоб-то мне не дадут за это. В общем, что я вам могу сказать? Спросила я у нее. Здесь, кстати, работает какая-то родственница... Жена родственника моего мужа. В общем, пипец, короче. Вот. Она нас помнит. Ну, естественно, как она может меня забыть. Вот. И я у нее спрашиваю. Говорю, мне вот эта мебель понравилась, которую я вам показывала, что она зарезервирована. Я говорю, нет у вас больше? Она такая, сейчас пойду посмотрю. Посмотрела, представляете? Говорит, есть. Я говорю, вот, я его хочу. Даже больше смотреть не буду ничего. Ну, не гавкайте. Смотрите. Пойдем опять этими путями. Вот. И она, значит, говорит. Я говорю, ну, вы, я... Она говорит, я говорю. На чем договорились? Так как я завтра уже работаю целый день, послезавтра тоже, в понедельник они не развозят, договорились, что заплачу я завтра, заеду, заплачу, ну, типа резерва или все. Там можно платить половину, но я заплачу все и все, какая разница. А привезут мне во вторник вечером. Она говорит, 40 евро еще для того, чтобы все это собрать. Я говорю, собрать, я все шкафы сама собрала. Из Икеи. Она такая, да, я говорю, конечно, это для меня как головоломка. 40 евро я буду еще платить за то, чтобы они мне собрали. Сама соберу. Ну а что? Ты говоришь, шкафы собрала, а уж это-то. Вот. Так что все. Даже больше смотреть ничего не будет. Ой, не буду. Она такая, что-то мы говорили. Она, а резерв ему надо оставить. Ну, я уже ходила. Я говорю, так я пришла, говорю, вон, говорю, ходила эта собака гулять и зашла. По пути. Она такая смеется. Мне просто понравилось. Она, знаете, такой вот цвет столешницы, ну, как столешница сверху, как коричневый. Вроде как под диван подходит, да. А с другой, и белый под все подходит. В общем, мне понравилось и все. Знаете, бывает такое, что что-то видишь, и сразу тебе нравится. И вот ты это хочешь. Вот именно вот я когда увидела, мне понравился, я это захотела. Мне нужно было, чтобы всякими шкафчиками, вот, чтобы все положить, сложить и мылось хорошо. В общем,
Вы напишите мне в комментариях, понравилось вам, не понравилось. Которая вот коричневая, как бы сверху, как столешница с ящичками. И написано там было резервадо. Мне кажется, симпатичный. Сейчас придумаю, скажу, он офигеет. Ну, в принципе, я его предупредила. Он уже эту мебель из-под телевизора говорит. А эту поднимем наверх для мне для инструментов. Я говорю, да поднимай, мне какая разница. Правда, оно деревянное. Но я думаю, что если обить какой-нибудь, не знаю, клеенкой или еще чем-то, что будет все нормально. Для его инструментов. Он еще не знает, куда ему приспособить свои инструменты. Хотя у меня на работе стоит шкаф такой пластиковый, которым я не пользуюсь. Я говорю, забирай. Ну как не пользуюсь? У меня там сложены вещи и все это такое. Он не хочет, ему лень. Странный. Мужчина, что с ними поделаешь? Я говорю, а я тебе что ли выповезу? Вот. Она такая, сама, а вы завезите, у вас же машина, ну, мужина большая. Я говорю, ой, неохота, говорю, лучше вы мне за доставку, кстати, 10 евро берут. И 40 за монтаж. Да ну нафиг. Я монтаж еще. Ну, подумаешь, поковыряюсь. Головоломка будет для меня. Блин, мне опять, смотрите, ну, Чарли уже знает дорогу. Я его сейчас в парк поведу. Его любимый, он вон там, он где церковь. Знает дорогу уже, смотрите, с одного раза он уже идет. Иди, иди. Так что вот так. Ой, ну я прям рада. И недорого ведь получится. 145 евро с доставкой. Вообще копейки, правда? Я в Икее смотрела, там что-то прям цены были. Там же видно было написано, что стоило раньше 250. На скидки какие-то или еще что-то. У меня и диван также был. Диван что-то, я не помню, сколько он стоил. Но она мне сделала скидки, и там он что-то на 100 евро дешевле был. Представляете, как здорово. Вот так. Так что хоть что-то. Ой, бедный мой. Идет, спотыкается. Сходила в душ, искупалась. У нас сегодня погода какая-то, вроде бы и прохладно, но как-то душно. Прям вся сырая пришла вообще. И не жарко. Влажность сильно высокая. Вот, поэтому я прям пришла сразу в душ. Вся мокрая. Намазалась кремами. Сижу теперь, думаю, чем бы поужинать. Наверное, ничем. Утром чай, в обед чаек, вот вечером чаище. Так вот и будем ужинать. Ой, хочешь жить, умей вертеться. Точнее, хочешь худеть, научись не жрать. Чарли тоже устал. Лежит там, отдыхает. Ты откуда знаешь, что я про тебя разговариваю? Он там со всеми собаками наигрался в парке, со всеми. Там как раз его такого, ну, размера были. Маленькие собачки, вот он давай играться. Вот такой продуктивный день у меня был. Что-то я устала даже. Буду отдыхать. И вам всего хорошего. Встретимся с вами завтра. До завтра. И всем пока-пока.